Вы готовы услышать мудрость веков за 30 секунд и даже меньше? Даже за 15 секунд. Итак, готовы? В непробужденном состоянии первой приходит мысль. В пробужденном состоянии первым приходит осознание присутствия. Кажется, я уложился в 10 секунд. Давайте повторю. В состоянии эго сначала рождается мысль. И наш мозг начинает думать о происходящем вокруг, судить происходящее. И обычно мысль оценивает происходящее как скучное. В пробужденном состоянии чувство присутствия появляется раньше любых мыслей. Вот так. Is.